Президент подписал закон об особом статусе Донбасса. При службе главы государства отмечают, что этот документ создает необходимые условия для миротворческой операции ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Напомню, этот президентский закон вчера поддержал украинский парламент, прокомментировал принятие документа, и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, расценив его как жесткий шаг для достижения мира.